Зеленый был, да? У вас была скорость большая? Нет, была большая скорость. Вы видели, что поворачивает Volkswagen? Видел, но не успел, реакция не сработала, тормозить не успел. Как, что произошло? Вы куда-то что-то вильнули или как или так? Нет, прямо ехал? Ехал прямо по главной дороге, соблюдая скорость, и направлялся в сторону Пашвара. Вообще в спортзал я не там ехал. А сколько примерно вы ехали, скорость не помните? Примерно, может, 72-73. 72-73. Вы один находились в машине? Да. Вы оказывали помощь? Нет, я сразу машину добавился. Вы сами пострадали? Почему у вас тонированные окна? Я не могу. Сегодня на перекрестке проспекта Победы и Волоколамского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Водитель автомашины Volkswagen совершал левый поворот со стороны проспекта Победы на Волоколамский проспект. А водитель автомашины Kia двигался в прямом направлении со стороны площади Терешковой в сторону площади Купашева. В результате ДТП пострадал водитель автомашины Volkswagen и 5 пешеходов, которые стояли на перекрёстке, пришёл на переход. Предварительно водитель автомашины Kia двигался с повышением установленной скорости движения. Что сейчас будем делать?